Посмотрим, что нужно ученику в 11 классе для подготовки. Тетрадь. Учебник. Методические пособия. Дополнительная литература. Еще пособие. Но ученику онлайн-школы все это не понадобится. Ну, разве что ноутбук. Ой-ой-ой, так. Вот. Всем привет. Я тут ролик снимаю про нашу школу, так что можете поздороваться. Всем привет. Это мои коллеги-преподы. У нас очередной созвон, где мы думаем, как делать самое лучшее онлайн-образование в России. Давайте я вам поподробнее расскажу про нашу онлайн-школу Webium. Как сдать ЕГЭ на 90 плюс баллов? Онлайн-школа Webium. Мы знаем, как быть на одной волне с учениками и побуждаем интерес к предмету. В личном кабинете легко смотреть свое расписание и отслеживать прогресс по вебинарам и домашним заданиям. Каждый месяц ученики решают пробники и получают подробный разбор своих ошибок. Теперь легче понять, какая тема проседает, и обратить на нее внимание, вернуться и доработать. Для родителей стало еще проще следить за прогрессом ребенка на платформе. Более 13 тысяч студентов уже сдали ЕГЭ с Webium на высокий балл. Переходите по ссылке в описании или на сайт webium.ru. Короче, онлайн-школа Webium – это место, где можно готовиться к ЕГЭ с кайфом и сделать так, чтобы образование не мучило тебя, а вдохновляло на новое. Мы будем рады, если ты присоединишься к нам. В описании есть все ссылки, и также я оставил там для тебя чек-лист «Топ-10 причин, почему онлайн-школа – это круто». Внутри тебя ждет подарок от нас. Это был я, Коля Касперский, препод информатики. Webium. До встречи!